Итак, сегодня у нас еще одна замечательная программка. Называется она Balance By. Белорусского разработчика, насколько я понял. Запускаем. Видим вот такой вот скрин запуска. Начальный. Он уже как бы не начальный. Здесь настроены аккаунты. Надо сказать, что программа сделана для того, чтобы отображать полезную информацию о ваших аккаунтах, счетах, можно так сказать. Ну, например, это будет телефон, либо модемы, либо операторы какие-то, даже банки там. В общем, посмотрим немножко детальнее. Вот у меня есть три счета. Это счет моего мобильного телефона, счет моего 3G модема и Байфлай, домашний мой, соответственно, социальный Unlim 2. Посмотрим настроечки подробнее. Так, у нас по аккаунту есть действие нажатия по аккаунту. Мы можем выбрать, что будет выполняться в данном случае. Далее, действие по нажатию, что конкретно будет обновляться. Все обновляться старше 1 часа, 3, 6, 12 часов. Виджет. Действие по нажатию виджета. Так, проверка обновлений, сохранить. То есть после того, как вы настроите все свои аккаунты, настройки можно будет сохранить на SD-карту. Собственно, и потом также восстановить. Сетевые настройки имеются, обновления 2-3G, Wi-Fi, звук уведомлений, внешний вид, соответственно, можно темный поставить. Выглядеть это будет вот так. Мне как бы больше нравится светлый, поэтому я верну. Так, дальше. Так, язык приложения можно по умолчанию. Соответственно, системой будет тот язык, который установлен в системе, либо русский. Так, формат минут можно выбрать. Обновление. Жест сверху вниз, либо кнопка обновить все. Что это? Собственно, смотрите, вот так раз, и обновляются наши аккаунты. Либо это будет вот так. И здесь кнопочка обновлений. Так, кнопочка. Дополнительно. Здесь у нас сообщение об ошибках, либо сохранять отчеты. Так, далее. Собственно, программа версия 6.0.182 профессиональная. Она у меня куплена с маркета. Так, дальше. Вот таким образом можно добавлять количество аккаунтов. Здесь вот можно вписать какое-то имя. Неважно, какое оно будет зависеть только от вашей фантазии. Здесь оператор. В данном случае я нахожусь в Беларуси, я выбираю Беларусь. Вы выбираете то, что программа может вам предоставить. Дальше. Категория, в которой вы будете создавать свой счет, аккаунт, как хотите. Телефоны, телефония, интернет, финансы, транспорт и так далее, прочее. То есть можно все дело настроить. Либо провайдера. То есть это банки, валюты. Соответственно, список тоже есть. Далее. Логин, пароль, коды, все это предоставляется. Коды — это коды, нужны для банковской системы, я так понимаю, для коды с карты городов подаются в банки при подключении банкинга. Ну, вы знаете, наверное, что это такое, если пользуетесь интернет-банкингом. Кошка моя зафыркала. Так, интервал обновлений 3 часа, 6, 12, то есть, соответственно, выберите сами, что вам ближе. Далее, расписание обновлений можно выставить, у меня они не выставлены. Обновлять после звонка можно выставить. Так, ну, собственно, и можно выбрать обновление по Wi-Fi, либо по 2G, 3G. Я выбрал по Wi-Fi. Так, это все дело можно сохранить. Так. Так, уведомлений нет, собственно. Вот таким вот действием, долгим тапом, можно
отредактировать свой существующий аккаунт, его обновить, отредактировать. Можно здесь номер телефона и все на свете настроить. Так, далее. Обещанный платеж. В общем, здесь, в принципе, все понятно. Дальше. Виджеты добавляются на рабочий стол. Соответственно, какая у вас операционная система. От этого будет зависеть, как вы будете их добавлять. Ну, у меня добавляется в Android 5.1. Собственно, вот так. Виджеты. Виджеты эти находят. Так, виджеты, виджеты, виджеты. Вот. Ну вот два виджета, баланс бай 1 на 1 и 2 на 1. То есть мы нажимаем, тапаем на свободное место, вот так вот выбираем. Здесь, соответственно, выбираем свой существующий счет или аккаунт, и можно гамму подстроить виджета, прозрачность, уровень выставить, спрятать единицы либо слева, либо справа их отображать, количество балансов, которые будут отображаться, динамику выставить. И способ отображения. Собственно, у меня получилось вот так. Вот так. Вот снизу у меня мой модем, вот Wi-Fi, вот мой Nexus 5, еще на мобильный телефон. Собственно, все обновляется, все работает. Прекрасная программа, рекомендую. Пользуйтесь, качайте с маркета, качайте у нас на сайте. И пока-пока.